Всем привет, народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите мой же сплей канал, и давайте мы вместе с вами заценим пока что еще не вышедшее расширение для Kingdom Two Crowns, которое называется Northlands. Это расширение для игры, которую мы проходили на канале. Плейлист с прохождением Kingdom Two Crowns есть у нас на канале, там мы проходили обычную Kingdom Two Crowns, горели от нее дико, потому что она была кривой, недоделанной игрой, но все еще была прикольная игра, да? И мы играли в Сёгун, да, то есть здесь вот у нас вышла оригинальная Two Crowns, Сёгун. Это, по сути, графическое улучшение игры, больше там ничего нет, да, там геймплейных вещей там новых не было, по сути. Это было просто графическое обновление. То же самое и с Deadlands. Да, по сути, это было тоже такое на вампирскую, готичную тематику. Обновление графическое. И вот Northlands, это по сути то же самое. Мы здесь будем играть в северных землях, так называемых. И по большому счету, это та же самая Kingdom, только на такую нормандскую северную тематику, где должны быть викинги и всякое такое прочее. Так что давайте заценим. Одинокая королева идет полным ходом в землю. А можно мне короля, а не королеву все-таки? Так, и... Ага, там дух такой небольшой есть. Все, сейчас будем вспоминать управление. Я ни хрена не помню, как в игру играть. Тем более, играю сейчас с геймпада, а не с клавиатуры мыши, да? Ну, а Kingdom Two Crowns классная была тем, что она как раз-таки показывала вам игру Kingdom, но только с кооперативной точки зрения. Потому что это, ну, по сути, кооп-игра. Так, вот нам монетки капают. Стоять здесь. Все, раз, два, три. У нас начинается здесь город. Единственное, что можно зайти на стройки, пожалуйста, и сделать немножко больше масштаб. Ну, что-то так... Ну, напрягает, когда все такое маленькое. Нет, стоп, секундочку. Настройки, масштаб, x4. Во, отлично. Вот это идеальный для меня масштаб. Так, нам нужны работяги. Раз, два. А, так, лучник. Раз, два. И все, да? Так, нам говорит, идите налево. А, вот, 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 да. Вот и молоточки. Раз, два, три. Все. Основа понятна, это типа обучение, ты мне говоришь, типа, что, как играть в эту игру, а я в курсе, как бы, спасибо, дух. Ну так, иду, 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 что такое, идите туда, ну хорошо, иду, а, типа, стенку со второй стороны тоже надо сделать, да? Ну, игра, в принципе, это такая градостроительная стратегия, тире-выживательная стратегия. А, ну, типа, говорят, там, людей на митом. Если кто не смотрел у меня на канале Kingdom... Обычную, да, видосики по обычной Kingdom, если вы не смотрели, у меня на канале прохождение Kingdom Two Crowns в кооперативе. А, туда нельзя пока. Так у меня монет не... А, есть монета была. То обязательно посмотрите. Я, если не поленюсь, оставлю ссылочки в описании. Так, чтобы расширяться, надо расчистить землю. Для этого нам понадобятся не только деньги. Это да, работяги тоже пригодятся. Ну, деньги в основном. Надо пойти лучников позабирать деньги. Где там лучники были? Лукари должны нам денежку давать. Нет? Вы не работаете? Да ладно. Так, а вот у нас деньги сегодня. О, есть одна монетка. Хорошо. Что делать надо? Так, все, одна монетка есть. Теперь нам надо дать приказ на срубку дерева. Смотрите, тут даже значок меняется на дереве. Да, прикольно. Не, на самом деле, визуальное обновление прикольное. Простое, но... Что-то в этом есть. Сделать еще одного лучника. А у нас... А, подожди, на монетки просто так дают? По приколу? Хорошо. Так, стройте, разведывайте, защищайтесь, покоряйте. Отлично. Типа, небольшое такое мини-обучение, да? Ну, каждую ночь на нас будут жадности нападать, если я правильно помню, как они называются. Довольно-таки страшное создание. О, монетки. Есть монетки? Неа. Так, мы можем что-то тут строить. Здесь, по идее, вышка для наших работяг. Это улучшение стенки. Ну, давайте расширяться. Сюда. Сюда. Единственное, что, как я сказал, это просто такое визуальное обновление, да, для Kingdom Northlands. Чисто призванное просто... О, давай. Чисто призванная графически обновить игру, ни больше, ни меньше. По сути, геймплей это та же игра. Но прикольно. Так, давай расширяться. Тут есть место, так под называемой нами колхозы, да? Типа там можно целую плантацию построить. И, кстати, в лесу есть очень много классных штуковин. Всякие вот такие вот места, которые можно пожертвовать кучу монеток. Или кристалликов. Кристаллики надо искать, кстати. Они должны быть в сундучках. И надо следить за временем... суток. Потому что если сейчас начнется, например, ночь, то надо бежать ранее кал. Так, давай одного работяка возьмем и хватит. Одну монетку желательно с собой оставить в темном дремучем лесу. Потому что сейчас какая-то пипяка на нас вылезет, и все, пипец там будет. Кстати, лошадка устает. И, насколько я помню, здесь даже разная лошадь есть. О, а вот и сундук, давай заберем его. Так, ну там просто монеты. Приятно. Поначалу это приятно. Надо сейчас назад, наверное, бежать. Тут что у нас? А, тут класс. А вот и кристаллики.
Три штуки у нас есть, да? Так надо бежать назад, потому что видели, портал был открыт уже. А это значит что? А это значит, сейчас страшные пипяки так на нас полезут. Я хочу, правда, вот это вот... деревце активировать. Интересно, что там? Блин, на самом деле, я вижу... Игра как была красивая, да? То есть такая 2D вроде как игра, но с другой стороны, блин, красиво. Смотрите, какое отражение в воде офигенное. Просто шик. Так, еще пока день. Что тут за ворона? Что они нам дадут? Так. О! Новое ездовое животное. А хватит ли мне монеток? Надеюсь, да. Отлично, хватает. Вот тут, короче говоря, у каждого маунта, у каждого ездового животного какие-то есть особенности. Я вижу, эта лошадь очень быстрая. Опа. Стоп. Давай монетки. Так, уже дело к ночи идет. Надо бы, наверное... Может быть, укрепляться немножко, да? О, кстати. Торговец приходит. Каждый год приходит торговец, и этому торговцу можно давать монетки. Он будет каждый день приходить и давать вам... Какое-то количество... Ого, ни хрена себе! Так, стоп. Как ты это сделала? А, во, все. Капец, эта лошадь может поджигать землю. Короче говоря, можно будет вот эти жадности убивать лошадью. Офигенно. Классно. Так, у нас лучников толком нет, да? Ну, стенку тут хотя бы с этой стороны улучшили. Но раз портал был справа, значит, справа сейчас они полнятся. Значит, она будет мне лошадью... Вот это крутой помогает. Слушайте, классная лошадь. Типа взял, поджег землю. Типа взял так. Ну давай. Вот так вот. Не, монетки мои вы не заберете, твари такие. Горите. Так, ну она перезаряжается какое-то время. Видите, если постоять, лошадка начнет кавать траву и пополнять свой заряд. Так, давай еще немножко ускорение сделаем. И все, не могу. О, пусть горит. Слушай, классная лошадь. Тут, короче говоря, у каждого острова, потому что в Kingdom Two Crowns есть несколько островов, у каждого острова есть разные, как бы так сказать, приколюхи. О, давайте замок улучшим. Ну, типа замок. Шатер сейчас появится. То есть у каждого острова здесь какие-то свои интересные штуки, да, которые можно вот так вот лошадей каких-то прикольных искать и так далее. Круто. Надо бы сейчас немножко влево пойти погулять. Блин, на самом деле Kingdom офигенная игра. Я как-то помню, хотел New Lens на канал позаписывать, ну, одиночную версию, да, игры. Это ж Two Crowns, она кооперативная. Я как-то помню, хотел позаписывать... Давай улучшим. Хотел позаписывать эту New Lens, которая, по сути, та же Two Crowns, но только одиночная. И мне интересно ваше мнение, ребят, стоит это делать или нет на канал? Потому что я бы с удовольствием. И вот Two Crowns тоже, видите, пообновляли тут всякого-всякого, подобавляли для нее. Что тоже круто. Так, давай сюда расширяться тоже. Нет, расширяться. Ту же Сёгуна можно поиграть еще. Хотя Сёгуна мы записывали. На канале есть, можете чекнуть. Я бы лучше тогда не Сёгуна позаписывал, а, например... Ну, тоже New Lens, например, да? О, привет, Аргаш. Ему ничего дать нельзя. Так, нужны работяги. Давай, раз, два. Так, тут какой-то еще маунт, наверное. Да, видите, тоже три кристаллика. Так, а слева, интересно, есть сундучки? Тут везде есть, видите, мостики такие, которые, по идее, нам потом пристани будут. О! Вообще-то эти кристаллики лучше сохранить на потом. То есть сейчас их не тратить. О, сундучок. Хорошо, монеты, это всегда приятно. Блин, жалко, сундучки не резаются. Очень пригодились бы они потом. Так, тут что у нас? Ага, нам нужно какое-то исследование, улучшение. Видите, можно будет что-то открыть. Не знаю, что это. О! Какие-то статуи. Можно пожертвовать статуи, монеты. Давайте сделаем, у нас монет дофига. Что даст? А, их надо выставить в определенной последовательности, да? А ну давайте проверим, мне аж интересно. Сейчас лучше это не делать, конечно, да? Неправильная последовательность. Хорошо, тут надо нужную последовательность. Кристаллики! Ну давай, жги. О, хорошо. Тут надо нужную последовательность выстроить. Так, а кристаллики я лучше потрачу в нужное дело. Кстати, когда у нас заканчиваются все деньги в нашем кошельке справа, да, вы больше не можете быть королем, то есть у вас забирают корону. А если у вас забирают корону, и вы заново не выковываете в кузнице, не выкуете себе, то все, вы перестаете быть королем. Игра что называется Kingdom, да? Ага, ну какого-то спеца тут дали, какого-то гоблина, я не знаю, что он делает, но интересно будет посмотреть. То есть его надо будет нанять. Блин, одна монетка всего. Хорошо. Вот это вот жарко, прям отлично. Не, ну лошадь для начала просто великолепная.
Типа, она на первых этапах будет просто аннигилировать. Нам даже особо войска никакие не нужны, там лучники и прочее. Почему она довольно быстрая, кстати? Круто. Давай монеты сюда. О, можно колхоз построить, хорошо. Так, монеты сюда, на базу. Надо специалиста нанять. И главное, чтобы его не сожрали еще. Так, давай сюда расширяться. И сюда тоже. Чем больше стенок, тем безопаснее в нашем королевстве. Сейчас я этих ребят сам отобью. Лошадь только отдохнет немного. Хотя, на самом деле, я бы лучше на следующий день пошел. Не, сейчас не лучшая идея идти. Сейчас ночь, они могут пойти и с одной стороны, и с другой сразу. Так, ребята, я вас прикрываю, давай. Единственное, что плохо, так это то, что лучников до сих пор нельзя перекидывать с одного фланга на другой. То есть там какие-то флажки появились, но не такие бесполезные. Вот честно. Так. Ага. Получили, негодяи. Так, надо ему заплатить. А, на утро. Утром только можно платить. Так, слева есть какие-то проблемы? Нет, слева все чисто. Ох, там денег насыпали. Мама родная, спасибо. Дай бог вам здоровья, ребята. Так, давай тогда расширяться. А, не могу пока. Тут еще лес. Ну, чтоб лес пропал. Ну, чтоб лес пропал, надо, конечно же, деревья рубить. Так, я пойду тогда за спецом, раз уже сейчас у нас светает. Конечно, торговцу было бы неплохо сейчас денежку дать. Но я бы, наверное, сейчас быстренько метнулся за спецом. Тем более, он где-то здесь. А где он? Выходи. Алло, выходи, мужик. Что, все, забагала игра? Эх, ну ты даешь. Я думал, сейчас твой приду, монетку тебе дам. Ладно, твое дело, как говорится. Очень и очень жаль. А, вот он. На. А, мы его, да-да-да, мы его на спину садим себе. Он типа тут бегает теперь. Так, расширение. Сюда. В смысле, нет. Ну, все правильно. Давайте, 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 работаем. Так, сюда мне деньги на базу. Я здесь феодал. Так, давай-ка, давай-ка, тебе подкинем. Есть. А куда тебя садить надо? Кстати, а куда этого спеца надо садить? Я ж не в курсе. А я не знаю, куда его садить. То есть его куда-то надо посадить, а вот куда, хз. Так, и, кстати, если мы сейчас тут деревья снесем, то лагерь работяг перестанет существовать. То есть работяг больше тут нанимать нельзя будет. Придется идти там далеко-далеко направо и все. Блин, кайфовая игра. Вроде как, по сути, та же Kingdom, но кайфовая. Все еще кайфная игра. Так, давай-ка улучшим наш замок. А, нам не хватит. Нам не хватает. Давай тогда молоточек сделаем, чтобы было больше работяг. Так, торгаш пошел. Торговца надо каждый день встречать. Иначе у нас ничего не будет получаться. Так, давай дальше. Расширяться тогда влево. Тут у нас еще есть место для плантации. А, подожди, мы же сейчас можем делать плантацию, но у нас не будет работяг. Там, стоп, да. У нас проблема, там работяг не будет. Монета, да, дофига. Вот мы, по сути, уже уперлись в какой-то небольшой такой лимит. Типа, все бегают, мечутся, а деньги никто не кидает нам. Хреново. Так, но зато лутки и молотки разобрали, это приятно. О, ты прям молодец, работаешь за троих. Ой, у тебя деньги есть, хорошо. Все, лагерь работяг пропал, но это ожидаемо. Ой, его можно отстроить или что? Ну, давай проверим. А, монет не хватает. Ну, сейчас деревья срубят. По сути, дерево дает кэшбэк в числе одной монетки. И иногда может даже дропнуть дополнительную. Так, хватает? А, блин, одну не хватает. Давай еще одну монету. Дропни мне еще одну монету. Так, у тебя нет монет, да? Давай, две монеты. Да ну ё-моё, почему одна? Ну мало же. О, а ты что слез? Ну и правильно, лучше тут сиди. Так, что это? А, подожди, ночь. Ночью мы не вылазим. Нам нужны полянки. Нам надо посозвать полянки. А то у нас лес и все, у нас зайчики не появляются. То есть на свете у нас лучники проседают. Ничего не делают. Лентяи. Надо сделать так, чтобы у нас была какая-то полянка рядом. И там появились зайцы. Ну или кто там? О, нападают, ты смотри. Ну, как я сказал, видите, я могу, в принципе, в соляного все делать.
Лошадка позволяет, это такая громовая лошадь у нас. Так, ну вот у нас полянка небольшая есть. Вот эту полянку лучше пока не убирать. Благодаря этой полянке у нас будет много животных появляться. Не, ну конечно, можно влево пойти до еще одного места под фермы. Ферма это хорошо, ферма это плюс бабки. Всегда. Ну посмотрим. Замок было бы еще неплохо улучшить. У нас появится новое строение. Но даже не знаю. Не, наверное, сейчас это лучше не делать. Сейчас, наверное, я хочу вот эту штуку проверить. Типа, что тут будет? Типа, лагерь работяг рестница или что? Вот что? Что ты мне дашь за это? Так, давайте дальше расширять наше владение. Насколько я помню, там вроде как дальше... Там вроде как дальше сундучков не должно быть. Это первый остров, первая локация. Тут должно быть всего по минимуму. Так, ну давай глянем, что тут у нас. Построит парень с молотком. Неужто Йорваскр? Сейчас Скарим свой заделаем. Ну, все-таки северные земли, да, Норсленс. Ну и, что тут у нас? Давай, давай, давай. Кстати, я заметил, что они с топорами бегают, а не с молотками. Они типа топорами, но только обратной стороной топора стучат. Прикольно, да? Так что это? Я трое прибежал уже. Все, в одиночку не могут справиться. Ага, и что это? Тут типа работяги будут браться? Ну, похоже, как на место для работяг. Вот серьезно. О, две, хорошо. Надо дальше пробираться нам. Строить здесь оборонку. Расширяться, так сказать, надо. Ну, по идее, тут должны появляться работяги каждый день. Ну, типа, не зря ж мы восстановили этот домик, да? Ну, по логике вещей. Так, давай это все вырубим. И тут у нас будет небольшая такая площадка, где будут, по идее, вот эти вот зайцы появляться. Или кто там у нас? Еноты. В Сёгуне еноты вроде были. Если я правильно помню. Ну и тут как бы... А, там белки какие-то бегают. Ну, белки типа, да. Короче, нам надо, чтобы охотники на кого-то охотились. Все, дальше мы не расширяемся. Пусть тут будет это место. Ну, там олени, охотники и так далее. Так, домик этот улучшать нельзя. Тут можно тоже ферму заделать. Она пока что нам денег не дает, потому что у нас нет работяг нужных. О, кстати, да, торгаш, извини. Ага. И кэшбэк тебе даем, отлично. Есть, хватило. Так, замок улучшен. Ну, как сказать, замок, типа. Появляется новое строение, вот. Это что такое, рунные камни? Ого, а что это такое? Прикольно. О, а вот у нас появились нам необходимые ребята. Это ребята, которые как раз-таки будут на фермах работать. Но нам надо больше монеток. Нужно больше золота, милорд. Парни, деньги, золото. Доллары. О, у тебя что-то есть? Нам надо хотя бы одного работягу сделать. Который будет на плантациях работать. Потому что плантации, я помню, очень много денег дают. Прям пипец как много. Так, давай. Раз, два, три, четыре. Мне не жалко. Косу заделать. Я помню, эти ребята столько нам будут кэшбэка давали. Просто жесть. Типа ты вкладываешься в эти плантации, и хотя бы по одному человеку, если там работает, это просто топ будет. Ох, капец, тут работяги наработали. Молодцы. Так, стенку бы улучшить. Кстати, видите, сверху луна у нас. Сейчас мышку... Нет, мышки нет. А сверху такая луна заполняется, видите, да? Знаете, что будет, когда она полностью заполнится? О, северное сияние. Красиво. Начнется кровавая луна, как в террарии. И проблема будет в том, что там будет монстров очень много, и они будут очень жесткие. Короче, надо к этому готовиться. Блин, когда, правда, у тебя граница поселения расширяется, очень бывает тяжело за ней проследить. Так, у нас что-то не хватает. Какого-то строения не хватает. Надо замок улучшать. Тогда появится новое строение, и тогда мы сможем что-то новенькое делать. Пока что я ничего не могу. Так, монет мне, наверное... Хотя, может, хватит? Тут в сундучке не показывается количество. Не, хватает, отлично. Так, сейчас какие-то новые постройки должны появиться. Так, пятый день. Наше северное королевство живет и процветает. Вот что за рунные камни, я правда не знаю, что они дают. Там вроде как молотки нарисованы, не знаю. О, ты что делаешь? Это кто, казначей какой-то? А, подожди, это бойцы, щиты, это бойцы. Это бойцы. Круто.
О, видите, белки появляются. Хорошо, белок они будут отстреливать. Это замечательно. Давай сюда заделаем. Раз, два. Главное, чтобы торговца палатку мы не снесли. Вот до этой палатки доходим, все, дальше оставляем. В принципе, мне по территории достаточно. Дальше я не вижу смысла. Ну, сюда можно еще расшириться. А, так подожди, у нас же тут было расширение. Наверное, снесли слева. Да. Скорее всего, тупо снесли. Так, еще давайте одного работягу, бойца. Это, по сути, бойцы, я так понимаю, да? О, появился казначей. Казначею можно денежки давать, я помню, и он будет там потом кэшбэк закидывать. То есть это типа как банк. О, вот и плантации пошли. Жалко, всего лишь две плантации. Мало. Ну, тут домик мешает, да. А что в домике? В домике просто работяги, да? Ну, давайте проверим. Ребят, монетки. Очень нужны монеты. Надо, короче, вправо расширяться. Там ничего не происходит. О, спасибо. Надо, значит, расширяться вправо. Слева у нас будет поле. А справа вот место с работягами. Надо до работяг, значит, расширяться и все, на этом забить. На этом оставить наши потуги экспансии. Блин, кайфовая игра, да? Согласитесь. Вроде как та же Kingdom, но музыка такая скандинавская. Атмосфера скандинавская. Визуальный стиль. Круто же. Ну, серьезно, мне пока нравится. Казалось бы, обычная, блин, Kingdom. Концепция, которая уже давным-давно обкатана, давным-давно проверена. О, спасибо, ребят, за деньги. Но все равно кайфово. Ох, капец, вы тут настреляли. Вот слева у нас чисто клондайк денег. Вот это место не нужно ни в коем случае уничтожать. Вот ни в коем случае это место не надо уничтожать. Ну, там, заставлять какими-то вышками, стенками и прочим. Вот тут надо оставлять поле. Так, давайте, наверное, улучшать стенку, если вы успеете. Потому что уже ночь начинается. Надо, чтобы вы успели. Так, у нас плантация есть, нам надо еще, ребят, с косами. А где наши молотки? Ой, не молотки эти, щитовики. Так, кэшбэк тебе надо дать. На тебе кэшбэк. Так, нам надо какое-то улучшение. Какая-то лесопилка или что-то такое. Отлично. А, тут уже все? А, он уже все? Слушай, за один день ты срубил все. Обычно на плантациях несколько дней все растет. Так, что тут у нас будет? А, ну да. Подожди, это именно воина нам дали? Он щитом бегает? Это какой-то герой, по идее. Или мне показалось? Так, тут мы ничего улучшать не можем, хорошо. Ну, это плохо на самом деле. Нам надо еще одну косу. И надо потом замок улучшать. Так, ну фермеры бегут назад, это в принципе правильно. Ой, извините. Давай еще два лучника, наверное. И потом надо пойти работяг взять, наверное. Так, там слева улучшили. Блин, на самом деле, я бы сделал какой-то индикатор здесь в игре, типа. Откуда нападают враги? Давай, 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 давай. Да не, ну давай, давай, лошадка, работай. Да ё-моё. Слушай, не, ну что это за фигня? Взяли меня, тупо монет срубили и все. Какого хрена? Ну почему ты не работала, лошадь, алло. Так, продолжаем. Вечно меня любят отвлекать в самые, блин, неподходящие моменты. Это что такое? Это типа они сюда зовут, да? Работяг всех. Ну вот это статуя, по идее. То есть она типа туда всех зовет. Типа, эй, всем сюда. Ну, по идее, как я понял. Так, ну хорошо, надо замок улучшать. Сейчас еще этот, торгаш должен прийти. А, замок я не могу улучшать, там что-то не хватает. Нам нужно... А, нам по идее надо на следующий остров топить или что, да? То есть тут мы все сделали, походу. Тут у нас уже все, лимит. Так, там две косы, больше делать смысла не вижу. Так. Да, надо, походу, расширяться уже все. Тут мы все, что хотели, сделали. Нам нужны дальше расширения. И все. Тут где-то работяги были, да-да-да. Пам-пам. Ну, в принципе, типичная Kingdom, короче говоря. Что я могу еще вам, ребят, сказать? Типичная Kingdom с типичными жадностями. Тут даже жадности не перерисовали. Да, они как были. Пещера та же самая, видите, осталась. Вот пещерка. Куда надо будет потом ломиться и закладывать взрывчатку. Тут на каждом острове надо заложить взрывчатку. Ну, сделать взрывчатку, по идее. И на каждом острове избавиться от жадности. От этих вот монстров, грубо говоря. И все.
как только вы там на 5 островах, если я правильно помню, это сделаете, вы победили. Как-то так. Так что, в принципе, напишите в комментариях, стоит ли нам это дело позаписывать для канала, да, Kingdom New Lands, Kingdom там вот этот Two Crowns, но с этим апдейтом Northlands, когда он выйдет, или с Dreadlands, которая уже вышла, кстати. Напишите обязательно, мне будет интересно почитать, посмотреть, хотели бы вы такое на канале, именно в формате видосов, то есть 20-30 минут видосы, по классике, как у нас это водится. Я уже буду думать, стоит это делать у нас на канале или нет. Так что на этом, в принципе, все. Спасибо, что посмотрели. Напоминаю, это была демка. Выходит полноценная версия вот этой Northlands через неделю. Так что за эту неделю, думаю, я как раз-таки ваш фидбэк соберу и подумаю, стоит это на канал позаписывать или же нет. Напоминаю, если вы тут впервые еще не подписаны, то подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы он уведомлял вас о выходе новых видосов на канале. Лайкайте, комментируйте и не забывайте про ссылочки в описании, в группу ВК, в Discord сервак и на наш Twitch канал, где мы стримим всякое стратегическое и не только. На этом все, всем удачи, всем пока, ребят, еще увидимся.